Всем привет-привет! С наступающим Новым годом! Добро пожаловать на мой влог! И это влог о подарках Новому году. Чтобы не забыть, сразу можете подписаться, поставить лайк. И приступим. Меня зовут Настя. И сегодня у нас такой новогодний очередной выпуск, хотела сказать. Пусть будет выпуск. Подарки и идеи подарков к Новому году для детей. Конечно же, важно учитывать, что, во-первых, возраст своего ребенка, да, что хочет этот человек. Идеальный подарок будет тот, если вы подойдете и спросите, а что бы ты хотел? Ну, а если нет возможности так вот напрямую спросить, да, или вы хотите сделать сюрприз и подарок, ну, желательно бы, чтобы понравился, да, и ребенок, например, никогда это не пробовал, вы хотите подарить ему что-то новое, то сейчас покажу вам эту подборку. Итак, для мальчиков я нашла такой конструктор из настоящих кирпичиков. Так вот он выглядит. И это подборка топ подарков к Новому году. Заходите. Заготовки для творчества из дерева, доски для выжигания, рисования, декупажа. Интересно, я нашла, конечно же, картины по номерам для детей. Вообще, с картинами номерам такая история, что когда была младшая сестренка, самая младшая сестренка, маленькая, я ей подарила картину по номерам. Ну, примерно вот такую же была, по-моему, там русалочка. И когда она ее первый раз нарисовала, буквально там за час, ей так понравилось, что потом она стала усиленно рисовать. Все-таки у нас уже пойдут, наверное, такие больше девчачьи, но я буду показывать, что можно и мальчикам. Итак, набор для творчества. Вот такой топиарий, цветочной фантазии. Тут по возрасту выбираем, и все, и довольно-таки доступно. Я еще ничего не упаковывала, так что я просто показываю там вам так, как оно пришло. Еще вот такой большой набор. Синильная проволока. Здесь уже открыто, я вам покажу, как это выглядит. В середине проволока и тоненькая, видите, и вокруг она обклеена вот такими бахромушками. Вот такие наборы можно использовать и в обычные новогодние дни, да? То есть, если вы подготавливаетесь к Новому году с ребенком и делаете адвент-календарь, да, можно вот туда какие-то добавлять такие наборы. Ну, а для малышей совсем есть вот такой наборчик с головами на липучках. То есть, вот эти головы, они отдельно клеятся на липучки. И ребенок, ну, постепенно будет уже подбирать. То есть, вы ему показываете, где чья голова, да, по цвету здесь. Самое хорошо, что нет одинаковых оттенков. Они все разные, легко подобрать даже маленькому ребенку. Такие вот эти пазовые, конечно, классные. Чем они классные? Вроде маленький набор. Здесь всего 3 паза, но они идут на магнитах. Для малышей, да, когда ребенок подрос и любит собирать пазы, там эта проблема исчезает, ее нету. То есть он пошел, собрал все в пакете. Когда ребенок маленький, это может все потеряться. Вот наборчик, это для малышей, тоже шнуровка. Здесь такая вот горизонтальная шнуровка. А деревяшечки, они идут все отдельно. То есть есть шнуровки. Шнуровки тоже есть несколько видов. Есть шнуровки в виде сыра, например. Где-нибудь я фотографию ставлю, у нас такая есть. Потом шнуровки в виде картинки, тоже с дырочками. Там просто шнурочку так вот продеваете и получаете картинку, да? И вот этого набора у меня есть видеоролик. Я вот здесь оставлю ссылочку. Проходите, смотрите, там и паровозики, и конструкторы, что только нет. Именно все из дерева, натурально и качественно. Светящимися наклейками. Это вот такие медведи. Серия. Там очень большое количество. Для девочек такие прям девчачьи нежные, тут всякие цветочки и бабочки. Очень интересный наборчик тоже. Было много споров,
И лучше бы я вообще не говорила, что его взяла. Но так, это такие ушки с бубенчиками, прикольно. Для человека, который очень любит кошек, прям вообще безумно любит кошек. Здесь вот такая веревочка еще. И такие вот перчатки без пальцев. То есть они прекрасно подойдут на осень и на весну. Очень интересно. Не знаю, Хэллоуин. Не знаю, Новый год, если вы хотите в стиле кошки. Или еще что-то в этом духе. У меня есть сертификаты на пряжу. То есть я их уже выпустила на 3, 5 и 10 тысяч. Оплачивайте сертификат, да, через Каспи, например. Я его фиксирую. Фамилию, имя, номер телефона, кому вы его дарите, и дату, когда вы его подарили. И в течение полугода он действителен. То есть вам вообще не надо париться насчет подарков. Вы знаете, что человек увлекается творчеством, просто подарите сертификат и все. А там мы уже сами договоримся. То есть я заказываю как пряжу, так какие-то творческие наборы. И даже уже поглядываю на какие-то наборы для откачества, потому что они тоже очень интересны для взрослых и детей. Возможно, основное будет все-таки эмоции. Например, если это дети, да, то сходить в детская комната, сходить в какую-то вот эту комнату, где там своя история, найди там ключики, открой сокровища и там все такое с загадками. В общем, сейчас очень много всего есть. Даже есть цирк, есть зоопарки, аквапарки, кинозалы, спектакли, театры, то есть мюзиклы, опера, в общем, все, что вы придумываете, будет прекрасно и интересно. Конечно же, не забудьте подписаться, поставить лайк и комментарий, какая идея вам понравилась больше всего. Благодарю за внимание. До новых встреч. Пока-пока.